Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. И сегодня поговорим о формировании кустов болгарского перца. Важно заметить, что формировка кустов – это очень важный момент при выращивании нашего перца. Давайте сейчас коротко разберемся, как формируем, с чего начинаем. Друзья, до развилки мы все удаляем вот таким вот движением. В данном случае даже вот такой вот побег, иногда уже на этом побеге же есть перчик. Мы удаляем. Почему? Сейчас у нас куст, он примерно 40 сантиметров. Если все будет хорошо, нормально будет развитие, то этот куст должен вырасти до как минимум 1,70-1,80 сантиметров. Все вот эти листья, которые внизу, побеги, стебли, которые до развилки начинают расти, они будут тормозить развитие нашего куста, налива плодов и так далее. Как работать после развилки? Куст разделяется на 4 стебля. Видим, один стебель вот идет, и у нас перчик. Дальше у нас идет листочек, и опять должен завязаться вот перчик. Я сейчас ближе покажу пальцем. Вот. Вот этот побег мы можем удалять. То есть важно понять вот такой вот момент, что стоит оставлять только плоды, листья и главный стебель. Если у вас нет времени на то, чтобы формировать каждый куст, я скажу честно, то обязательно сделайте до развилки посынкование, как у нас говорят, то есть обрывайте эти все листья, побеги. Таким вот движением мы все убираем. Для закрепления я буквально еще на одном кусте покажу. Вот у нас еще один прекрасный вот такой вот куст. Начинаю я формировку снизу. До развилки, как я уже сказал, да, мы это запомнили, все обрываем полностью. Мы не смотрим, есть там плодик маленький до развилки на стебле, уже отросшим или нет. Мы все обрываем. Мы оборвали. Дальше я смотрю, что у меня вот здесь будет более видно. Идет стебель, идет листочек, друзья. Идет плод. И я вижу, что у меня пошел побег. Я этот побег удаляю. Не жалейте. У вас то, что вы удалили этот побег, вы помогли этому перчику набраться соками, силами, вкусом. Кусту даете возможность дальше нормально формироваться, нормально развиваться. Вот у нас, друзья, еще один очень яркий, наглядный пример. Есть стебель, есть у нас листочек и у нас пошел побег. Я его удаляю. Вот. И оставляю только вот этот перчик. И видите, мы освобождаем вот эту часть, мы удаляем ее, и сюда у нас от нашего корня идут все силы, а листочек этому помогает. И теперь можно посмотреть, этот куст чуть-чуть стал лысоватый, но зато теперь у нас все силы направлены на то, чтобы наши плоды развивались. Эти плоды должны быть как минимум 250, 300, 450 грамм, даже 600 грамм. Поэтому мы должны со своей стороны им помочь. Формирование, друзья, очень важный момент. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, советы. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Друзья, скоро увидимся. Пока.